А границы ключ переломлен пополам. Здравствуйте, дорогие друзья и дамы! Всем доброго денечку! Сегодня мы говорим о важных скиллах игры на гитаре для начинающего гитариста. Соответственно, что важно? Во-первых, когда вы тренируете самые основные базовые аккорды, первые аккорды в вашей жизни, то усвоите очень важную вещь. Значит, левая рука всегда будет отставать. И нужно начать с левой руки. Тренировать основные переходики отдельно. Здесь важно понимать, что все пальцы должны переставляться одновременно, а не друг за другом. Вот таким вот беспонтовым лестничным образом. Каскада не должно быть. Все пальчики шагают одновременно из позиции в позицию. Это очень важно. Также поймите, что когда вы начнете подкладывать левую руку под правую, у вас будет какой-то такой некий переход, который вы обычно не слышите. Вот такой, да, я сейчас акцентирую на нем внимание. Но когда вы начнете играть аккорд за аккордом, эти переходики будут скрашивать общую игру, а не наоборот. Итак, первая истина. Тренируйте левую руку отдельно. Тренируйте одновременный переход пальцев из позиции в позицию. Вторая истина. Попробуйте понять, что во время игры левой руке нужно какое-то время на перестановку. И разгоняйте не только перестановку, но и правильно подкладывайте правую руку под левую. Всем хорошего дня, отличных занятий на гитаре и пока!